императорском зале КФУ состоялся первый торжественный выпускной по программе MBA «Управление здравоохранения». Данная программа готовит магистров международного уровня, а это подразумевает, что такой специалист сможет найти себе место не только в России, но и за рубежом. То я по-другому начал смотреть на мир, это безусловно. Безусловно, расширился мой горизонт знаний. И самое большое приобретение – это, конечно же, мои коллеги, с которыми мне 2 года плечо о плечо пришлось учиться, значит, грызть гранит науки. Среди студентов руководители и специалисты, владеющие практикой принятия управленческих решений в сфере здравоохранения. Несмотря на занятость в работе, обучающиеся по программе MBA успешно прошли обучение и защитили свои дипломные работы. Аделина Ахмадиева, Ленар Давлетьяров, Универньюз.